В ирландском городе Вексфорде каждый год проходит один из самых престижных международных оперных фестивалей. В этом году он проводится уже 64-й раз. Вексфордский фестиваль специализируется на постановках незаслуженно забытых шедевров. В этом году одним из таких возвращенных к жизни шедевров стала опера французского композитора Фердинана Герольда «Лук песцов». Это произведение относится к жанру французской комической оперы или опера-комик, которой пение перемежается с разговорными диалогами. Эта опера, премьера которой состоялась в 1832 году, пользовалась многие годы популярностью, сравнимой с той, которой пользуются в наше время мюзиклы. Сюжет оперы основан на любовной истории Изабеллы и барона де Мержи, двух молодых протестантов. Действие происходит во Франции 16 века, через несколько дней после Варфоломеевской ночи. Мой герой пытается вести себя осторожно после произошедшей резни. Но он влюблен. Он мне напоминает немного героев Клинта Иствуда, спокойных, но с которыми лучше не связываться, потому что они готовы умереть за то, во что верят. Изабелла де Монталь по характеру пылкая, страстная, немного дикая. Она единственная протестантка при французском дворе. Работая над ее образом, мы представляли ее себе как, девушку-ковбоя, которая хотела бы скакать по полям, но оказалась взаперти, живя при дворе и вынуждена носить неудобное платье. По-моему, это очень забавно, что наши персонажи — это Клинт Иствуд и девушка-ковбой, как в вестерне. Для меня возрождение этой оперы очень важно. Она занимала центральное место во французском репертуаре до появления «Кармен» и «Фауста». Наша задача — осовременить ее, оживить и освежить. Музыка Герольда очень хороша. Она очень близка к музыке Россини или Вебера. Но есть и специфика французского романтизма. Это спектакль, в котором мы можем многое себе позволить, полностью раскрыться. Ария Изабеллы — это вещь совершенно необычная, довольно виртуозная и очень красивая. В этой опере перемешиваются суровость религиозных войн, тема которой актуальна и в наше время, и легкость любовной истории, ухищрений, направленных на то, чтобы сочетать браком двух влюбленных. Это великолепная опера. Это действительно пьеса экстраординарная.